Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Привет! Привет! Блондины! Такие беленькие. Я и сам вот черный. Сам черный папа. Ну, вместе черный. Вместе черный. Мы сегодня приехали в Кемер на выходные. Сняли тут апарт-отель такой, ну, типа как квартира, недалеко прямо от моря. Уже не первый раз, кстати, мы здесь. Вот, обзор будет на канале у меня, на другом канале. Вот, а мы сейчас вышли прогуляться вечерком, покушать что-нибудь. Мы только сегодня приехали, Ур после работы. И к нам завтра еще друзья приедут, мы с ними будем куда-нибудь поедем, что-нибудь посмотрим. Вот, в общем, на выходные приехали. И идем сейчас на набережную. Вот этот вот апарт-отельчик, в котором мы остановились, он прям рядом с морем и рядом с клубами. Здесь находятся тусовочные всякие клубы. Обычно вот кто отдыхает в Кемере, в отелях предлагают поехать там в клуб Аура, Кристал. Вот это они здесь прям находятся, рядышком. Ну, а мы пойдем на набережную, покажу вам море красивое, сами прогуляемся там вечерочком. Ага. Вот кафешки как раз здесь и дискотеки начались. Самое такое тусовочное местечко Кемера. Ну, не знаю, что здесь написано. Туда пойдем, на набережную. Вот тут Аура и Инферма. Раньше Кристал был, не знаю, Кристал есть сейчас. Стойте. Машины гоняют. Вышли на набережную. Здесь по всей набережной идет такая вот дорожка, и по которой можно погулять. Ну вот от нашего вот этого вот апарт-отельчика прям буквально 2 минутки идти до сюда. Очень классно здесь прям. И пляж здесь бухта, волн нету, прям спокойное море. Вот, пойдемте посмотрим, туда пройдем. С собачками гуляю, да. Вот это вот клубы с обратной стороны, огромнейшие просто клубы здесь вот в Кемере, такое самое местечко. Ну, я уже сказала, самое тусовочное. Здесь кальянные. Кафешки все работают. Когда последний раз здесь были, здесь не работали все кафешки. Никого нету, потому что еще не вечер. Все сейчас ужинают. Тут мы сейчас тоже пойдем покушаем, где-то поужинаем. Попрошу Ура, чтобы сейчас вот снял на дрон что-нибудь. А вы не видите, там еще есть площадка. Давайте, бегите на площадку, а папа нам сейчас на дрон снимет здесь, да? Ветра нету. Ничего нету там, ничего с тобой. Поцарапался, да. Давай, Демир. Боже, какая красота, посмотрите. Ветра вообще нету, прям деревья не шевелятся. Тихо, так спокойно. И уже буквально через пару дней осень наступает. Смотрите, люди купаются даже. А, давайте я сфоткаю. Вода очень теплая. Сфоткаешь меня? Да. Давай лучше я тебя. Не, давай я тебя. Давай я тебя. Давай, ты меня, потом я тебе. Давай, улыбайся. Давай. Мне покачать. Садись, покачаю, давай. Сейчас я давай Керемчик покачаем. О, Керем, она такая низкая. Ну да, очень. Низкие качели. Я могу. Сейчас разгонись. Ножки поднимай. Какая-то опасная качелька. Нет, Демир, не надо сильно. Как всегда сейчас запустит. Посмотрим на красоту с птичьего полета. Тут так море близко. Слушай, может нам завтра сюда пойти? Рядом, да? Далеко ехать никуда не надо, да?
такие тут уютные прям эти кафешки, ресторан, суши-бар, караоке. А, тут даже вон фестиваль, эти какие-то диско 90-х, там еще что-то. Ну, какие-то старые афиши, по-моему. Мне кажется, сейчас уже ничего такого нет. Это клуб Кристал. Это огромный. Дискотека? Угу. Вау, там колабрики. Да. Да, красиво так. Сколько? 30 лир. Пиво? Да, пиво 30 лир, эфес. Свежевыжатые соки. В магазине 15 лир стоит это. Один? Я не знаю. Угу. Здесь вот отельчиков очень много разных. Отельчиков, конечно, на набережной. Вот, например, какой-то Валерий Бич отель. Здесь вот ресторанчик. Какая-то живая музыка здесь или еще что-то будет. Тебе ничего не слышно, что ты говоришь. Слышно, слышно, я близко телефон держу. Вот так вот и общается папа с сыном. И здесь вот тоже какой-то отель. Лотус. Какой-то лотус. Здесь удобно, видите, тут отели получаются. И прям вот тут такой променад идет. Здесь и погулять хорошо. Пляж. Ну, вход, заход здесь галечка такая мелкая получается. Может быть, не очень удобно, зато очень уютненькие. Отельчики небольшие здесь. Они такие. Тут Fame Residence хороший отель. Зато у каждого отеля есть свои шезлонги. Нету пляжной полосы здесь большой. Здесь вот такие прям маленькие-маленькие. Все гуляют тут хорошо. Кораблики пиратские вон стоят. Красивые. Все ужинают. А мы все никак не дойдем. Да. Идем, 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 идем. Идем, идем, да. Спасибо. Экскурсии тут можно купить. Вот, тут домик. Олимпус Бич отель какой-то. Ну такой старенький. Может там. Угу. 4 звезды, ну на первой линии. Если это 4 звезды. Здесь вообще не написано, сколько тут звезд. Но видно старенький прям такой. Совсем. Ну, в принципе, здесь такое место. Здесь такое место, можно и вот так самим куда-то выйти, покушать, поужинать нормально. Здесь не нужны отели такие прям супер-пупер, все включено. Ох, какой ресторанчик. Тоже классно. А это тоже или отели? Угу. И тут тоже отель. Вот тоже 4 звезды. Кто меня спрашивает, 4-звездочные отели в Кемере. Вот посмотрите, классное место же. Здесь такой отель получается. И вот его же пляж. Хороший, широкий, большой пляж. Опять-таки набережная. Погулять можно. Супер. Киса спит. Спит.
Красивый отель. 4 звезды, но он красивенький. Да, смотри, красивый такой отель. Ага. Сейчас дойдем, покушаем. Аккуратно, Демир. Назад мы по другой дороге пойдем. Здесь, кстати, вроде новый парк сделали. Помнишь, мы здесь не могли пройти, здесь все перекопано было. А, еще не все, смотри, не до конца. Ой, смотри, как тут классно сделали. Спортивный, это площадка. Там Бургер Кинг, да, вон сделали. А, здесь магазины еще какие-то открыли. Ну, назад пойдем посмотрим, если мы тут пойдем. Собачка, да. Собак много. Ну вот, не доделали еще не до конца. Вот здесь еще сделают, видимо, бар. На эту сторону не смотрите, смотрите на эту сторону. А здесь уже прям много магазинчиков, всякие такие лавочки. И много людей, фонтан вон сделали. Все починили. Красиво так стало. Пока мы кушали, здесь гуляли, уже стемнело, и мы вот обратно решили пойти другой немножко дорогой, не по набережной, а вот по лиману. Это центр, так сказать. Здесь вот много разных лавочек с ручной работой. Очень классно сделали, так придумали. Всякие сувенирчики, магнитики можно купить, браслетики, все такое. Народу немного, но есть. Вот детская площадка тут такая большая. Построили тоже. Вот как раз мы вышли на улицу Лиман. Много людей, кстати, тут. Побольше, чем там. Здесь много магазинов. Разных кафешки, сладости, сувениры. Это на машине нельзя здесь. Опа. Фонтанчики, водопадики. Да, так непривычно. Я до сих пор не могу привыкнуть, что туристов много. Mm-hmm. Да, помнишь, мы когда здесь были, вообще не было никого. Все закрыто было. Магазины закрыты были, прям был пустой. У меня даже видео такое было, пустой Кемер. Тогда реально ничего не было. Ну, а сейчас вот... Хорошо. Ох, какие тут всякие лукумы вкуснючие. Текстиль, полотенца, халатики, пижамки. Много всего. €7 футболки. Это сколько? 70 лир? Вайкики, смотри, здесь открыли Вайкики, кстати, еще один. Не было раньше. Мам, Вайкики хотела. Не? Не хочешь? Такой большой двухэтажный Вайкики. Не, не надо. И этот. Отдельный еще вон купальники, такое все. Да мы завтра зайдем, съездим, да? Мы уже
обошли пол Кемера, наверное. Мы по лиману, и по набережной прошли, и до этого, до башни с часами дошли. В общем, все обошли мы. И движемся сейчас в отель. Уже вот темно, стемнело. Пойдем спать, и завтра будем... Поедем куда-нибудь путешествовать, какое-нибудь красивое место, не знаю куда. Все, друзья, увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!